Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко святый, благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери, святых славных и всех хвальных апостол, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, душу от нас приставшегося раба Своего, преснопоминаемого воина Гликерия, преснопоминаемого воина Петра и всех казаков и же с них, пострадавших в великой смуте от богоборцев избиенных, в селениях праведных чинит, Недрих Авраама упокоит и с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи человека любит. О блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшему рабу Твоему, преснопоминаемому воину Гликерию, преснопоминаемому воину Петру и всем казакам и же с ними, в Лиенце и Лудище, избиенных всех великих смуте, богоборцев, православных, избиенных, и сотворим вечную огонь. И нас помилуй, как у благ и человека любит. Вечная ваша память, даст облажение отцы и братья и сестры наши, присно поминаем их. Души их во благих водворятся, и память их из рода и рода.